Штормам и ветер, метели и резкое похолодание сразу в нескольких регионах России. Наиболее сложная ситуация на Камчатке. Там из-за мощного циклона не принимает и не отправляет самолеты аэропорт. На дорогах сильные заносы. Такая же картина и на Колыме. На время пришлось перекрыть одну из междугородних трасс. К сильному снегопаду готовятся сейчас и во Владивостоке. Вместе с ним, по прогнозу, должно прийти и похолодание. На севере Приморья ожидается до минус 24. Аномальное потепление заканчивается в центральной России. Так, в столичном регионе к вечеру подморозит до минус 6 и пойдет снег. Синоптики предупреждают о гололеде. Минувшей ночью, к слову, уже выпал снег, но к утру он растаял.